Мы снова в Мячково, снова съемки, снова Toyota. Сегодня буду учить дрифту Настю Нифонтову на Хайлаксе. Построю ей трассу, и она будет ехать у меня к валу прямо. Вот так-то. Как тебе? Я что-то в шоке, я не ожидала, Никита, что это будет так страшно. Да? То есть бетонные стены рядом. Кизовол тебе страшнее, чем дакаровские барханы, да? Там как-то просторы, знаете ли. Привыкай. Мы ехали, пока ждали предыдущих съемок, помните, на этой площадке, когда мы ехали конфиг Fiat Drifting 2017, он так понравился ребятам из Toyota Crew, что они сказали, давайте по нему и будем учить Настюху дрифтить. В общем, вот мы сейчас. Ой, а я сейчас в кузов еще залезу и снимаю. Ой-ой-ой. Хочу сказать, в кузове. Сравненность. Ой-ой-ой. Как это было близко. Насте я не разрешаю, так близко к стенам подъезжать ей не нужно, но она уже в целом едет очень даже неплохо, очень даже неплохо. Давай газ, 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 Настя, газа. У-ху! Круто, есть, считается. Видите, какая у нас постановка и первая дуга. Судится прямо из машины. Так, постановка. Хорошо, хорошо, хорошо. Поближе к конусу. Ой, стена, стена, только пару. Пожалуйста, не стену. Перекладка. Готово. Круто поснимали, поржали, поугарали. Там контент, который не войдет, к сожалению, в основной, но он был очень веселый. Сейчас заберу Леюшку, я ее оставил на сохранение у бабушки с дедушкой в Красково. Сейчас заберу и поедем.